несколько. Вот мне, ну, как Криштиану Роналду по ним делать, когда еще я был в юном возрасте таком. И когда все финты его, вот это, конечно, все тогда, все кумиры его считали, когда Манчестер Юнайтед он был. Вот он и Анри еще из Арсенала тогда, вот когда еще в Арсенале он был. На самом деле, я так русские песни особо не люблю, иностранщину. Хип-хоп, наверное, такой. Назову ASAP Rocky. Я прям песню так точно не назову, наверное, исполнителем. ASAP Rocky, Future и Kanye West, наверное. А, я переехал в Петербург и искал квартиру очень долго. Вот это меня прям очень сильно бесило. Вот я прям очень долго не мог найти. Но в итоге нашел нормально. Не знаю, наверное, Бразилия. Тоже всегда считалась. Ну, такая сборная технических игроков все. Вот, и, ну, всегда очень сильные игроки там были. Наверное, сейчас Бразилия. Ну, наверное, боюсь встретить акулу, да, в океане кого-нибудь. Вот если увижу плавник, какой он меня там испугает. Любимые голы забивать, а не любимые, наверное, долго мяч снимать, когда мы долго отнимаем мяч. Андрей Аршавин, наверное. Мне всегда он очень нравился. Да, кстати, частенько называют. Не знаю, почему тут вот прям часто. Ну, может, конечно, из Александра Мостова, но не знаю. Как-то. Но, кстати, вот почему-то вот именно Саша меня называют. К соцсетям вообще, да, хорошо, нормально, отношусь к мемам. Ну, у меня со мной-то я особо еще не столкнулся с этим, чтобы меня как-то там травили, вот. Поэтому тоже нормально. На самом деле я люблю автомобильные вот такие блогеры там всякие вот что-то в этом роде. Там всякие, ну, автообзорщики, там DSO, не знаю, наверное. А так и Coming Out я люблю еще, помимо этого. Не знаю, Coming Out. В Ювентусе, мне кажется, интересно было бы, если они с Роналдо в одной команде были бы. Так, на самом деле, вот раньше любил фифу прям, каждую фифу прям вот играл очень сильно. А вот на самом 20-ю даже ее не покупал, не знаю с чем, как-то вот вообще не тянуло сейчас с нее. Вот. Ну так, да, люблю поиграть. Не знаю, я, по-моему, когда машину свою первую купил, и у меня номера выпали. Такие, ну, 3 двойки и 3 семерки. Вот, и это, наверное, самое такое вот неожиданное для меня было. Не знаю, мне очень в Америку очень хочу сильно. Не знаю, вот надеюсь, скоро слетаю. Надеюсь, если там откроется граница когда-нибудь, уже и смогу слетать. Ну, футбольная мечта, конечно, это, ну, если прям далеко взять, это Лига чемпионов, чемпионат мира выиграть, конечно же. Это, ну, мечта детства, по-любому. А так я бы на самом деле не могу сказать, что какие-то ставлю, ну, чтобы у меня мечты какие-то были, я себе цели ставлю всякие, такие, ну, не на большой срок. Например, там, в сборную попасть, потом еще что-то.